Сейчас здесь никто не живет? Нет, никто не живет. Ну ладно. Так, здесь мы заходим. Вот это кухня-студия или нет, это просто это гостиная? Гостиная, но это новый диван совершенно вот только купленный. Он разворачивается? Да. Он да, разворачивается, да? А кто здесь раньше жил, сдавалась, она не сдавалась? Один раз сдавалась. Один раз сдавалась. Сколько времени люди жили? Полгода. Полгода, да? А до этого собственники жили, правильно да. понимаю? До этого была хозяйка. Угу. Мы ее продавали просто в силу того, что цены упали, то есть мы решили ее не продавать. Угу. Решили сдавать. Угу. Балкончик такой длинный, это получается на те две комнаты, да? Да, там кухня студия, вы делаете фотографии, то есть. Угу. Там зелено во дворе получается. Ну, весной когда будет, да? Ну, летом. Угу. Летом весной. Выход на балкон отсюда. Спальня, угу. Фотографии. Надо, наверное, ниже брать, потому что я взяла выше фотографии. Я присяжу, чтобы вас не просто жирный позволял. Угу. О, спальня, конечно, жирная. Да. Просто у нас все контингенты с детьми, а с детьми здесь не сдают. Угу. Да, здесь, конечно, для молодой пары. Люстра такая интересная. Ну, и тогда это просто чуть-чуть хорошо. Ага. Давно работаю уже. Она выглядит квартиру. Это у нас один санузел на всю квартиру, один. Да? Один, да. Санузел там. Это ванна, там санузел. Угу, тут туалет. Угу. Так, и вот та самая кухня? Да, да. Угу. Я вас не беру в камеру.